Всем привет! Предпринимателей приглашают в московский акселератор. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее об этом расскажу прямо сейчас. С 14 ноября по 15 декабря ведется прием заявок на участие в новой программе поддержки бизнеса «Московский акселератор». На данный момент подали заявки уже более 400 компаний, об этом сообщается на сайте мэрии. В рамках «Московского акселератора» в 2019-2020 годах, целью которого является поиск уникальных и прорывных решений, пройдет 20 тематических курсов. Принять участие в программе могут технологические команды и стартапы, работающие над инновационными решениями в сфере образования, логистики, ритейла и управления недвижимостью. 20 лучших технологических команд и стартапов, которые отберут жюри для участия в акселераторе, будут опубликованы 24 декабря на странице программы. Программа акселерации будет длиться 10 недель, в течение которых предприниматели смогут проводить индивидуальные консультации с экспертами в удобном для них формате. Свои проекты участники представят 19 марта 2020 года. Члены жюри выберут только две компании, которые покажут наилучшую динамику роста бизнес-показателей по итогам акселератора. На этом пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!